Общественность майор с рыбнадзором выехала на работу. Рыбоохрана с общественностью производит очистку водоема от сетных орудий лова. Дадите мешок, да, хорошо? Да, дадите. Вот первая браконьерская сеть. В целях исполнения поручения руководства Федерального агентства по рыболовству в ежегодном проведении Всероссийского дня без сетей в период с 18 по 24 мая 2020 года организуется и проводится совместно с подведомственными организациями ГИМС и при участии представителей средств массовой информации, а также представителей общественных объединений рыбаков-любителей, проводятся мероприятия по извлечению брошенных сетных орудий лова из водных объектов по пресечению незаконной добычи и вылова водных биологических ресурсов. Данное мероприятие совпадает с запретом на нерест, который происходит с 15 апреля по 15 июня 2020 года.